Здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал, и сегодня мы вновь играем в игрушку под названием Teardown. Это та самая игра, которая только совсем недавно вышла, и в ней можно разрушить абсолютно все, что находится в открытом мире этой игры. Ну, единственное, наверное, за исключением только неба и воды, потому что, ну, как бы, тут немножко, как бы, будут проблемы с разрушаемостью. Ну, а вообще, каждый объект, который находится на той или иной карте, подвергается разрушению. Все потому, что каждый объект состоит из так называемых, как мне правильно в комментариях написали в предыдущей серии, они вроде называются какие-то квоксели, пиксели, соксели, коксели, моксели, вот это пиксели, соксели, вот, ну, короче, как-то так, ну, типа, вот из этих кубиков маленьких, и каждый кубик может, ну, как бы, вот, это я сейчас фонарь, типа, разбил, который тоже состоит из этих квокселей, пикселей, мукселей, блядь, покселей, вот этих вот. Вот, значит, в прошлой серии мы с вами смотрели на карту, которая, как бы, ну, так скажем, очень походила на какой-то райончик где-то в России. То есть там воссозданы дома, здания, какие-то киоски, магазины, столбы, знаки, автомобили, все вот это вот. Но я в комментариях прочитал, что, типа, Санёк, а ты в курсе, что есть карта огромного моста, который можно тоже разрушить, и, типа, твой ПК, каким бы он хорошим ни был, он просто не вывезет. То есть, типа, если я разрушу вот этот вот мост, вот этот вот, видите, какой он огромный, то есть, если я подобью, сделаю все возможное для того, чтобы он просто рухнул, то мой комп, мягко говоря, охренеет, и, типа, FPS будет там минимальным, типа, 1, 2, 3 FPS, и будут лаги жесткие, и вообще, может быть, игра даже крашнется. Поэтому, друзья, наша задача сегодня это проверить. Я не знаю, честно, я немножко заинтригован, потому что неужели настолько... Так, стоп, а что, я обратно не могу попасть? Вот оно что. А я такой, знаете, думал, сейчас наверх поднимусь, я как бы вот думал, здесь я пролезу и... Так, а флай режим... Я просто, если честно, еще не так уж и силен в этой игре, чтобы какие-то делать крутые штучки, потому что я оружие только анлокнул-то в прошлой серии. Но вроде как тут есть какие-то флай-мод. Ладно, хорошо, давайте мы сделаем так. Мы сделаем рестарт. Для начала посмотрим на автомобили, которые здесь расставлены. То есть, опять же, каждым автомобилем мы можем водить вообще без каких-либо проблем. И как минимум можем, например, сделать вот такую ситуацию, я так понимаю, да? И вот как бы... Весело, пиздец, как говорится. Ну, давайте сделаем по-другому. Мы сейчас поставим тачки, просто чтобы они стояли на мосту. Вот где-нибудь посередине вот так вот их расставим каждую. Ну, чтобы они тоже как бы упали в случае, если мост действительно сейчас разрушится. Я, правда, не знаю, чем его надо крушить и разрушать, чтобы он прям вот так вот прям уж рухнул. Но оружия у нас много, поэтому как бы я думаю, что что-нибудь из этого подойдет. Те же пайп-бомб какие-то. А, ракетницы у нас есть, например. Поэтому проблем, я думаю, не будет. Главный вопрос, вывезет ли мой ПК, потому что я, честно, был максимально заинтригован, когда увидел в комментариях, что, типа, Сань, там будет пиздец, типа, там вообще, то есть, комп у тебя, скорее всего, просто даже не вывезет. То есть, я не знаю, сможем ли мы это заснять, если игра реально крашнется? И тогда у меня вопрос, а на что рассчитана эта карта, если, как бы, даже мощные ПК не вывозят вот, как бы, вот этого вот крушения моста этого? Так, ну что, может быть, потихонечку уже начнем что-то... Ну-ка, если вот я просто... ну красота же. Ну красота же, а? Ну красота, просто красота. Реально, эта игра вот в своем роде действительно уникальна. Действительно уникальна. Давайте попробуем сначала подбить, может быть, сверху. Ну-ка, если я сюда стрельну. Так, по-моему, немножко жесткость я нарушил. Ага. Так, а как мы сделаем? Ну-ка, хорошо, ладно. Вот так вот, например. Я просто ни хрена не архитектор, блядь, чтобы сейчас понимать, что нужно сделать... А, подождите, так я, получается, сейчас что делаю-то? Я же не мост сам рушу, а вот эту вот эта хрень почему не падает? Мне кажется, или она сейчас как бы, ну, держится? А на чем она держится? На честном слове, что ли? Вот эта хрень-то должна упасть, уже перекоситься. Здесь, получается, жесткость нарушена, неужели? Ладно, хорошо, вот так. Так, подождите, я что-то, блядь, вообще не врубаюсь. А что, что держит вот это сейчас? Вот, вот сейчас вот это что держит? Ну, как бы, в некоторых местах, в некоторых моментах. Понял, блядь, все, все, вопросов не имею. Вопросов не имею, все, ладно, ёбнулась, ёбнулась, эта штука ёбнулась, я своего добился. И вот это сейчас тоже ебанется, так понимаю, да, вот так вот, если мы сейчас сделаем. Просто какой-то, ну-ка, опа. Опа, трос, кстати, да, действительно, еще же канаты, которые держат. Ну-ка, может быть, их сразу подбить? Бля, мне больше, знаете, что нравится? То, что я нахожусь, блядь, на этом мосту сейчас в этот момент. Это не очень хорошо. Так, вот так вот сейчас, если... Что, чтобы это, ничего не держало. Что-то упало? Так, и чё? Ой, он просел!
Смотри, он просел! Вы видите? Он просел! Босс просел! Бля, может, все-таки снизу мы будем это делать? Потому что, как бы, если он сейчас полностью ебанется, это будет, ну, как бы, мягко говоря, так себе идея. Так, ну-ка, сейчас я вот так вот еще упаду. Немножко не туда целился, конечно. Ну ладно, сейчас вот это тоже. Хренакс. Бля, чуть меня не отлетело. Точнее, даже в меня... Нихуя себе! Смотрите, эти штуки еще когда падают, они делают аж дырени в земле. То есть земля, естественно, тоже же разрушаемая. Ну-ка. Так, то есть сейчас, вот сейчас полностью вся... Бля, бедный микроавтобус. Я, пожалуй, вниз съебусь, потому что, как бы, я хочу наблюдать на это сверху. Ой, снизу. Так, ну а теперь мы делаем таким образом. Хуякс. Ой-ой-ой, это очень опасно. Неужели он сейчас прям реально упадет? Надо как-то... Ой-ой-ой, он провисает. Он... Ну-ка, вот эту-то хрень я не подбил, блядь. Там-то еще жесткость осталась. Попаду? Не попал. Блядь, вообще не попал. Вообще от слова совсем. Ну-ка, вот так вот. Сейчас. Давай. Попадаю вроде. Блядь, че... О, хорошо, отъебенило прям на ура. Ну-ка, вот так вот. Бля, сейчас реально ебнется мост. Попал? Блядь, немножко промазал, еще выше надо. Вот так вот. Давай, сейчас полностью мы этот, канаты все обрубим. Опа, блядь. Так. Все, то есть теперь осталось только лишь нарушить... Пиздец, смотрите, они повисли, эти штуки. Надо теперь вот здесь все подбить. То есть, если я подобью вот эти вот, центральные, правильно? Он провиснет сюда. Бля, это будет опасно сейчас. Это будет сейчас опасно. Так, хуяк здесь подбил. Здесь тоже добиваем. Теперь туда хуячу. На, нахуй. Ой, бля. Он так шатается стрёмно, пиздец. Сейчас будет вообще полный пиздец, я чувствую. Ого! Такие боссы, блядь, как я не знаю у кого. Так, подожди-ка. Хорошо, ладно. Здесь мы все с этим разобрались, я так понимаю. Ну, можно еще, конечно, немножко подбить, чтобы прям окончательно. Хуякс, блядь. То есть он реально, в принципе, уже почти падает. Так, а если бы я вот здесь, кстати, вот это тоже рушится? Естественно. В этой игре все рушится. Что же я такие вопросы-то задаю? Так, здесь он провис просто, ну, капитально, реально. Теперь здесь начинаем подбивать. Хуякс. А представьте, просто вот на, ну, с этим движком, если бы сделали какой-нибудь, я не знаю, симулятор, я не знаю, шутер. Какой шутер, типа Battlefield'а был бы, с такими разрушениями, ебануться, и все это еще в онлайне. Какие-то, какая бы там разрушаемость-то была? Так, и чё? Почему все это еще держится? Ой, тут промазал немножко. А почему все держится-то? Ой, блядь! Ой! Блядь! 9 FPS! 9 FPS! Охуеть! Ебать, он реально начал просаживаться, 9 FPS. Так, а теперь момент истины. Получается, что мы можем сделать, если мы здесь вот подобьем? Если подобьем здесь, вот так вот. Так, здесь пока держится еще. Надо попробовать, может, его на одну сторону, чтобы он повалился? Или как, я даже не знаю, лучше сделать. Пиздец, вот на чем он сейчас держится? Вот сейчас он на чем здесь держится? То есть в каких-то моментах все равно у меня есть вопросы, но... Не понял. Вот на этой штуке, что ли? Бля, что за хуйня? А на чем он держится-то? Я что-то не понимаю. Ой, бля! Пизда! 5 FPS! Ебать! Ебать! 2 FPS! Ёбаный в рот! Мост упал! Охуеть! Да, блядь, я представил просто, это только мост на карте! Там тоже все ёбнулось, все пиздец! Вы прикиньте! 14 FPS, ребят. Действительно, даже мой ПК этого не вывез. Мне интересно, а как же это тогда на слабых ПК, как это все выглядит? Сейчас 17 FPS, потому что что-то там происходит, что-то все провисло. Все эти, я так понимаю, из-за того, что происходят сгибы этих пикселей, вот эта физика срабатывает, и это очень сильно... О, реально ебанулся этот мост, вы прикиньте, он просто упал, блядь. Он просто упал. Здесь... Пиздец. Не, ну мы можем, конечно, его еще добить, я не знаю. Можем... Ну-ка это... А, это что такое вообще? А, такие штуки. Я просто еще даже не все оружие знаю вообще, как оно... А это что такое? Чем это отличается? Бомб. А, это куда-то типа... Я понял, все. То есть мы можем... Бля, 20 FPS, ребят.
Вы прикиньте просто, из скольких вот этих вот пикселей-вокселей-пукселей, блядь, сделан весь мост? Сколько их количество? Вы просто представьте, это просто, я не знаю, в миллиардах, наверное, исчисляется. То есть это каждый... Ну это пизда мостику. Все, он продолжает еще, он сейчас как бы дальше упадет. Я не знаю, если мы еще как-нибудь вот здесь вот подобьем все это дело. То есть здесь можно различные варианты с этим мостом провернуть. Ну-ка, сейчас попробую, конечно, я вряд ли попаду. Блять. Сейчас куда-нибудь по той опоре. Сейчас пока летит, как раз будет приземляться. Блять, сейчас жестко будет, походу. Попал хоть? Хоть одно-то попадет? Куда он пролетел это все? А, видимо, настолько далеко, что он исчезает в какой-то момент, типа. Я понял, сейчас. Так, и вот туда вот. Попаду. Ух, блядь. Ух, блядь, просто нанес удары, нахуй. Просто нанес удары. Ебать! Сука! Падает, сука, падает! Он упал! Ебать, он упал! 9 FPS, друзья. 12, он просто, вы помните, реально так... А что тачка в воздухе висит, я что-то не понял. Так, это что за артефакты? Это что за... Не, ну так уже это не играбельно, блядь, мягко говоря. 14 FPS так-то. Ой, блядь, я очень близко, но не попал все равно. Пиздец, 14 FPS. Не, ну это уже, это жестковато уже, блядь. Ну это пизда. Это пизда, просто. Это максимально жестко. Я не знаю, то есть это, ну, это как бы неиграбельно. Просто мост падает, это все красиво, но я на все это наблюдал лично с 10 кадрами в секунду. Такое, блядь, такое вообще. Ну прикиньте, какая разрушаемость жесткая, а? Все плывет просто, блядь, все плывет. Пиздец. Так, ладно, я рестарчу, потому что тут бесполезно, уже тут просто уже все мажет, я не знаю, тут уже ни хрена непонятно. Можем попробовать теперь сделать... О, вот так вот нормально, 120 FPS от меня устраивает. Так, что мы можем еще придумать? Мы можем, например, ну-ка, где мой ган, допустим. Что я могу сделать? Я не могу подбить, что ли, это все? Или я не попадаю просто? О, ну. Я хочу просто эти... О, отлично. Канатик раз. Бля, ебать, из меня снайпер, конечно, так себе, да? Канатик 2. Так, вот он здесь уже провис. Так, как мы можем еще красиво? Может, на одну сторону его, ну, типа, чтобы он, ну, как бы на бок, грубо говоря, упал. Не как сейчас. Так, хуякс, вот это ваншот. Нихуя себе, просто уже, просто профи уже получается. Так, здесь теперь подбиваем. Бля, надо какие-то, тут, скорее всего, есть читы на флаймод и так далее. Надо это все поскачивать, потому что не очень удобно так перемещаться. Так, хуякс. Хуякс, отлично, все, это мы снесли. Теперь я предлагаю, давайте одну, так, а я, если, кстати, бомба, подожди-ка. Я просто не знаю, как она работает, если честно. Ну-ка, я не знаю, хуй знает. Жопа, народ! Вот она как работает, понял все. Ошибок не допускаю. Ага, так, хорошо. Вот так вот, значит, да? Не, ну можем, в принципе, продолжить. Ебать. Кстати, а вот так вот если... А-а-а! Блять! Блять, все по пизде пошло! А-а-а! Ебануться, блять! Меня осколком ебануло, по-моему. Нихуя себе там ебашат эти бомбы, блять. Слушай, ну, кстати, так-то в принципе... В принципе... Хуя себе я снес. Охуеть. Охуеть не встать. Охуеть не встать, вот это жестко, ой, 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 блядь, the bomb has been planted, пизда там, блядь, я не знаю, что я сделаю, но это весело. Я, конечно, на все это наблюдать до конца не могу, хорошо, что меня, кстати, спаунит опять обратно на мост, и что там с мостом, как дела обстоят, нормально все? То есть, в принципе, все окей, да? Ничего не произошло. Ага, а то, что здесь вот как бы, на чем теперь все, ага. Блядь, по-моему, сейчас будет плохо. Я опять уебало осколком, блин. Он упал? Нет, нет. Судя по потому, что FPS держится, он не упал. Так, а снизу-то на чем он держится? Я нихуя не понимаю. Теперь вот на этой штуке? Ничего, что ее уже нет здесь? Как бы... Блять, а как мне... Я не понял, нахуй. Хуй знает, все что... Блять.
Осколка, блядь, прилетела куда-то опять. Короче, почему-то снизу что-то держит мост, почему он с этой стороны не падает? Вот я не понимаю, реально, смотрите, вот что? Вот эта вот хуйня? Так она уже, она как бы уже ничего, что, ну, нету. И все. Опять, а, пусть еще раз мне осколков. О, по-моему, он падает, блядь. Да. Я не знаю, смогу ли я это увидеть, потому что меня не хотят восстанавливать туда. По-моему, что-то там упало. А, ну да. Небольшие повреждения моста обнаружены, так скажем, да? Ага. Так, что мы можем сделать? Ладно, давайте рестарт. Как мы, все-таки на один бок, может быть, попробуем, чтобы этот мост-то упал. Тогда получается... Ну-ка, а если я сейчас просто пройдусь вот такой вот, тихонечко такой... Сейчас, оп, такой... Так, раз. Ну, это такой, знаете, просто маленький строитель, блядь, непонятный. Угу. Ну, просто для начала попробуем так, а потом понятно, что снизу надо еще что-то сделать. Вот так, прошел по одной стороне, что-то поставил. Оп! Я не ебу вообще, на чем он сейчас держится по этой стороне. На канатах только получается, что ли? Так, отхожу. Ага. Так, теперь, ну, в принципе, что мы можем сделать? Мы можем стрельнуть. Так, хорошо. Еще стрельнуть. Давай. Ну, что, не попадаю, что ли, опять? Ну, попал. Так, то есть вот сейчас вот по левой стороне, получается, я вот не понимаю, вот почему он сюда-то не проваливается? Так, ладно, вот так вот. Из меня, конечно, физик, как я не знаю, из кого чего. Блять, я попаду вообще, нет? Да, блять, что такое? Ёбаный рот! Блять, я не понимаю, что он не достреливает, что ли? Ну, отлично. Так, хорошо. То есть здесь у нас вот так вот, да, получается? Эта хрень все равно по итогу не упала. Она держится. То есть надо ее подбить, видимо, где-то... Так, кстати, я же могу еще эти планки какие-то делать. Так, это шотган. Шотган это на ближняк. Это огнетушитель. Так, ладно, короче, ракетница. Похуй вообще, да? То есть абсолютно... Все равно, да, как бы не хочет она. Я просто... Ну ладно, возможно, я просто хуёвый физик. Хорошо, эта хрень не падает, почему-то держится все равно на общей конструкции, даже учитывая, что с той стороны присоединено. Меня интересует теперь следующее. Я просто иду. И делаю следующим образом. Так. Так, хорошо. Хорошо, то, что надо. То, что надо. Допустим, да? То есть, допустим, здесь получилось. Теперь надо вот эту сторону... я вот только не знаю, видите? Тут все равно как-то очень странно. Физика мне не до конца нравится. Но сейчас мы попробуем. Бля, как же не хватает флаймода, реально, чтобы быстро отлетать, подлетать. Блять! Блять, все-таки уебало меня, а? Сложно, отплыть сложно в этот момент, реально. Так, пока... Все хорошо, как будто, блядь, ничего не произошло. То есть, неважно, что, как бы, хрен пойми, что происходит, но пока все нормально. Так, по этой стороне еще раз. Бля, я не знаю, реально, может вот так вот ебануть? Подожди, он же еще снизу, кстати, его держит что-то. Я вот про это, как бы, не хотел бы подумать. Ничего, что еще, как бы, помимо вот этих штук? Блядь. Я не знаю, я что-то пытаюсь нарушить. Как, какую-то, как... Блять. Хуйню сотворил, по-моему, да, какую-то? Он провисает! Он провисает! Базару, как бы, никакого нет насчет этого, но... Не знаю, блять. Видите, тут еще снизу есть вот эта вот хрень, которая его держит. Вот сейчас он на чем, блядь, держится здесь? Я не понимаю, блядь, нихуя. Он сейчас держится на честном слове, блядь. Похуй, блядь, короче. Я пошел, блядь. Ебать, блядь, это конец, можно боевики, блядь, какие-то снимать уже. Вот, сука, на чем ты здесь держишься? Блядь. А, стоп, вот, бля. А, нет. То есть у него настолько жесткая вот эта нижняя часть. Короче, блядь, я понял, нахуй. Сейчас все будет. Сейчас все будет, сейчас мы все сделаем. Сейчас он упадет. Вот сейчас он упадет. Сейчас надо, блядь, как-то равномерно это хуйнуть все.
Главное не забыть проследить, успеть. Потому что я могу просто не успеть повернуться в тот момент, когда она, сука, будет падать. По левой стороне, ну пизда, ну о чем, блядь, вот он в воздухе висит, чего его не кренит-то, я не понимаю. То есть, снизу он настолько жесткий, блядь. Ой-ой-ой. Блядь, по-моему, я перебарщиваю там уже, да? То есть, вот здесь вот, вот сука, на чем он висит, блядь, почему он туда не падает? Стяжки ебаные, может они мешают, блядь? Да, именно, блядь, в них все дело. На нахуй, а, блядь, кстати, в натуре. По-моему, ща ебанет. Блядь, ща упадет, реально. Блять, да упади да уже, а! Ну? Падай, блядь! На одну сторону не получилось, хотя бы так упади уже! Блять, я не понимаю нихуя. Ну-ка. Блять, да ебаный мостик! Чё, в чем проблема-то? Вот он, где? Он не соединен! Вот эта хуйня! Вот эта хрень его держит! Ну? Блять, в натуре, смотрите, на сопле, блядь, висит. Это нормальная тема, нет? Это нормальная тема, нет? Ну пиздец, блядь, теперь, и что? Я в итоге хотел-то, чтобы, ну, кстати, а почему FPS нормально, кстати, осталось-то? О, все, сейчас пизда будет. Сейчас пизда. Ой-ой, прогибается, прогибается, сучка, прогибается. Так, и вот так. Ну давай, 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 давай. Ой-ой, эта хуйня упала, и сейчас... О, продавила! Продавила, и не упала! Давай! И еще. И падай, и падай. И падай, блядь! А вот тут уже все. А, нет, слушайте, в этот раз, кстати, FPS получше, 18. Не 12, а 18, уже получше. Ребят, короче, вот как-то так. Сегодня мы попробовали разными способами разрушить мост. Правда, примерно одинаковую картину по итогу увидели. А если вы знаете еще какие-то, может быть, готовые карты, которые было бы интересно проверить, мы еще обязательно вернемся на ту, как бы вот, ну, карту России, если ее можно так назвать. Чтобы там пофаниться, на тачке какой-нибудь попробовать позалетать или еще что-то. Но вообще, в целом, пишите ваши комментарии, стоит ли вообще продолжать играть в эту игру. Я думаю, что стоит, потому что она весьма интересная. И много еще мы не проверили и не изучили, что тут можно сделать. Так что, друзья, оценивайте видосик, подписывайтесь на канал, если тут впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока, друзья.